Привет, привет, мои хорошие! Только что пришла посылочка, которую я заказывала с Trend Yol. Брала местные памперсы. Именно памперсы. Не приму. Посмотрим, что пришло. Размер 4. Потому что я замечаю, что местные подгузники мало мерят. Я уже сыну взяла пару подгузников марок. Уже 4 беру. Это на пробу прима трусики. 4 штуки идут они в подарок. Ах, посмотрите, да, я заказываю памперсы, мне приходит прима. Все равно вот это вот турецкое, я не знаю, любительство подделывать или копировать, я не знаю, как это назвать. Но я заказывала памперс, именно памперс, не приму. А мне пришла вот прима, актив пепек. Ладно, посмотрим. Надеюсь, что они, носки будут хорошие. Хотя... Это, честно сказать, только надежда. Пока из того, что я здесь приобретала, мне ничего не нравится вообще. Или я придираюсь сильно. Ну, запах приятный. Такой приятный, да, неплохой, не химозный. Ну, конечно, их вообще не сравнить с этим, с памперс премиум Kia, который я покупала в Махачкале. Вот посмотрите, да? Вот здесь вообще пустота. Вот. Здесь только вот три ряда идут вот какие-то. И посередине пустота. Я не знаю, как это может быть комфортно ребенку. На попке целые. И спереди целые. А вот в этих местах пустота. Может, так должно быть. Ну, да. Посмотрим. Посмотрим. А вот здесь написано памперс. Видите? Почему так, я не понимаю. Там были именно прима и памперсы. Но я выбрала памперсы и все равно пришла прима. Еще заказала семилак. Сейчас покажу семилак, который я получила. Вот так сушатся у нас игрушки стиранные. Вот этот слон, я вам честно говорю, принимает ванную чаще, чем я. Уже который раз я его мою. И все равно мне не нравится его такой немножко запах. Сейчас он вкусно пахнет на этот раз. Конечно, ты, наверное, залила вернели. Как можно побольше. Не побольше, как всегда залила. Надеюсь, на этот раз шуршалка. Ну, это все я вам потом покажу. Ой, они почти высохли уже. Все это, все, когда я буду рум-тур делать, все покажу. Сейчас пойдемте, я вам покажу наш новый семилак. Семилак, семилак. Вот он наш новый семилак. Двоечку я взяла сразу, потому что сегодня как раз детям 6 месяцев, и уже можно на двойку переводить. А раньше у нас был вот такой семилак. Ну, такой, конечно, я здесь не найду. А здесь у меня сейчас оптомил. Я сюда оптомил засыпаю. Сейчас получается, что опять я не успев перевести детей на оптомил, смешиваю снова семилак, перевожу на семилак. Вот такая вот белиберда. Они даже, знаете, по консистенции, по внешнему виду даже разные. Не знаю, вы увидите это или нет сейчас, но они разные. Даже цвет немножко разный. Оптомил, вот она такая более сыпучая. А семилак, она такая более рыхлая. У этого семилака нет запаха рыбы такого не очень приятного, а вот у Голда был такой запах не очень приятный. Меня часто спрашивают, так, ты еще что-то тут жрешь у меня? Тут Зуля прокатила, что-то у меня, оказывается, она втихаря кушает. Она все жалуется, жалуется, надо перейти на семилак, надо перейти на семилак. Оптомила у нее очень много, поэтому, когда я завариваю деткам еду, 10 ложек мне, 3, 4. Я думаю, что у меня на острый смесь заканчивается? Да, шучу, не 10, не 10. 9, да? Ну, она очень, кстати, вкусная. Кстати, я, по-моему, сегодня забыла свои витаминки. Да, ты забыла выпить свои витаминки. Вот у меня часто спрашивают, в личке бывают вопросы по поводу детской смеси.
Джичка, она меня сейчас дразнит здесь. А какая смесь мне больше нравится? Знаете, у меня жалоб ни на одну смесь нет. А моим детям, в принципе, я не могу сказать, что аллергия была от какой-то смеси. Нет, у нас такого не было. Я не могу сказать, что вырывали какую-то смесь. Такого не было. Единственное, у моей дочери вздутие от местного Аптамила. И что еще было? От Нутрилона, последний Нутрилон, какой у нас был, я уже не помню, от него стул был... Ну, я так решила, что от него, но, скорее всего, это было от препаратов, от витаминов, которые я тогда давала детям. Предыдущий Симилак, Симилак Голд, мне нравится. Единственный минус его был, это запах. Запах рыбы был такой, знаете, не очень приятный. Врет она, какой запах рыбы, вкусная смесь. Ты Симилак Голд не пробовала? Я пробовала Голд тоже, я как приехала, по-моему, Голд. Ты всю мою смесь тут уничтожаешь, оказывается. Она меня другим не кормит, другим девочке, она просто меня не кормит. Вы поймите, я бедный, несчастный человек. Пришлось есть. Сейчас нарвешься на комментарии злостные. Ну как же иначе, без этого неинтересно. Я ем только вот смесь детскую, только я ее, конечно, не развожу, так она вообще невкусная. Ага, да. Вот. А вот так ложечками ее можно слушайте, есть. Да? Она неконтролируема, она не понимает это. Дети столько съели, или Зуля на кухне. Вот-вот. По поводу цен. Цену я сейчас я точно не помню. Я взяла 3 банки за 200 чем-то лир. 240 лир, нет, не буду врать. Не буду врать, я, скорее всего, подпишу вот под видео, или в инфобоксе напишу, или вот здесь внизу напишу, сколько стоит 3 баночки смеси. Я взяла сразу 3 банки. Что еще хотела сказать? А, еще Аптамил местная очень сильно пенится, девочки. Кто в Турции, имейте в виду, что Аптамил, она сильно-сильно пенится, и мне было тяжело... Ну как, не тяжело, она сложнее разводится водичкой, ее долго размешивать нужно. Вот. Ну, в принципе, все, наверное. Больше сказать о смесях мне нечего. Никакой смеси, у меня таких претензий, прям таких явных нет, чтобы сказать, о, это такая смесь ужасная, не берите, ой-ой-ой, нет. Нет, такого нет. Лично у меня такого опыта нет. Детки спят после массажа, сегодня будет... Четвертый или третий? По-моему, третий. Третий, да? Да. Сегодня был третий день массажа. Они спят. Я надеюсь, еще хотя бы пару часов они поспят. Я за это время успею снять видео про купальники, которые мне пришли на обзор. Что хочешь рассказать, мама? Ой, мама, хочу, как ты болтаешь на видео снять, а не как ты делаешь. Мами. Ну поболтай, ну пожалуйста, ну соизволь, а? Ну сойди до нас. Да, ты мамина красавица, да? Да, солнышко мамина, да? Ну-ка, что видела во сне? Что там за 5 минут тебе приснилось? Нет, целый час она спала. За часик что тебе приснилось там? Что приснилось? Куда ходила во сне? А мамина девочка? А моя принцесса? Куда ходила? А? Куда ходила? Братика брала с собой? Нет, наверное, ты же такая эгоистка, капризная. Братика не брала, да? Ай-яй-яй. Пуся, ты мамина, да? Ты мамина Пуся. Опа. Моя принцесса. Мамина солнышко. Ты солнышко, мамина? Солнышко, да? Яркое, ясное солнышко, да? Которое всем светит, да, маминя? Да, пока.
Марина принцесса, ты, да? Белоснежка Марина. Белоснежка. Да. Мамина скромняшка. Стесняшка мамина. Ой. Ручки, ты ручки. Ой, не могу, не нравится. Ты посмотри, как она делает вообще. А, ну давай, болтай. Болтай, мамина. Самое красивое девочка. Самая смышленая девочка, да? Ты? Тебе сегодня тетя массаж делала, да? Топ-топ-топ носками ты делала, да? Делала топ-топ носками? Тебе понравилось? Сейчас ты тоже тетя плетет. Будешь топать ножкой? Будешь топать? Скоро топать ножками сама буду, скажи. Да, мамина, сама буду топать, скажи я ножка. Отю, отю, по. А как? А как? Вот так, когда она делает, она на брата своего похожа.